И вновь здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы начинаем новое прохождение на канале. Это Indiana Jones and the Staff of Kings, то есть Посох Королей. И как гласит из названия, и видно по картинке, археолог, известный американский археолог Индиана Джонс, отправляется на поиски Посоха Моисея. Да-да-да, именно Посоха Моисея. Что ж, давайте начинать. Потихоньку. Так, это, видимо, наш рабочий кабинет. Так, хорошо, создаем новый профиль. Сложность, норма, либо тяжело. Да, ладно, давай норма. Так, приключения впереди. Да, и насколько я помню, Судан. Давай. После Судана, насколько я помню, мы сможем выбирать миссии. Так, ну ладно. Судан, 1939 год. Так, Индиана сказал, немцы, почему они здесь? Почему-то нету субтитров, сейчас я посмотрю в настройках. Так, ну теперь вроде как должны быть. Собственно, что я хотел сказать. Игра вышла на приставке Wii в то время, затем вышла на приставке PlayStation 2, на которой мы, собственно, и проходим эту игру. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но черт побери, это Индиана Джонс. И вышла она одной из последних, то есть сначала был Индиана Джонс и адская машина, затем Индиана Джонс и гробница императора, и затем только эта игра Индиана Джонс и Посох Королей. Ну да ладно, мне как-то пофигу на графику особо, мне главное сюжет. И главное, что эта игра про моего одного из любимых персонажей. Так, тащить. Да, вот такие вот вещи, кстати, мы не могли делать в предыдущих версиях игр. И эта игра должна была быть по замыслу разработчиков одной из, вернее, не одной, а лучшей из тех, которые были до этого. Ух ты, пещера черепа. Но издатель торопил, насколько я знаю, торопил разработчиков с выпуском этой игры, поэтому получилось не очень. Тут должны были задействованы быть такие вещи, как Рэгдолл первый в то время из всех игр. Взаимодействие с окружающей средой, с окружающими предметами. Ну, в принципе, здесь есть некое. That's better. Так. Путешественник-неудачник. Так, еще плохо, что мы с факелом подходим к стене. И стена не освещается, только если впритык факелом тыкать в стену. Ага, паутинка.
Ага, вот здесь уже динамическое освещение работает. Тут что, мост? Действительно мост. А тут тогда что? Шляпа? Ты подобрал артефакт, собирая их, чтобы открывать бонусный материал, меню бонусов. Для просмотра собранных тобой и недостающих артефактов загляни. Загляни-ка на чаек, милок. Не дали дочитать. Оу, опасный мост. Диана, давай потихоньку передвигаться. Он не хочет. И с той стороны тоже. Сейчас мозг загорится, жену. Смотри, даже жизни отняли. А, вот. Назад отдали. Факел улетел, но я вижу здесь еще один. Так, как ты ходишь тихонечко, а? Скажи мне, пожалуйста. Воу-воу-воу. Сейчас не время. Блин, факел упал теперь. Эй! А, он появляется на прежнем месте, это хорошо. Так, это приседать. Это бить. Это бросить факел. Ой, это далеко бросить факел. Ладно, разберемся по ходу, наверное. Так, здесь какие-то ворота с головой барана. Ага, надо поджечь эти штуки. Чаши с маслом, видимо. И они откроют нам проход. Да? Я думал, Инди стоит прямо на том месте, куда эта плита должна опуститься. Ого, здесь прикольно. Здесь бы впору пафосно пройти, но что-то Индиана не хочет пафосно ходить. Я уж думал, звука не будет. Я думаю, факел не будем брать, тут и так светло. Хотя он, может быть, нам пригодится. Тут, наверное, пластиночки. Держись, держись. Или он пафос находит только в некоторых местах, типа вот таких. Ах, как мне не хватает той музыки с первой части, ну, с адской машины, когда Индиана перепрыгивает пропасти. Так, это что такое? Мне надо перепрыгнуть к нему.
Не подпалим ли мы задницу? А, кнутом. Иди ко мне, родной. Not bad. Я бы даже сказал good. Похоже, мы нашли то, что искали. Классическое разрушение храма. That was close. Согласен. Немцы. Es ist ein Fehler. Ich kann erklären, bitte. Then by all means, Dr. Jones, explain. Magnus Voller. I see you already Falcon 4. Thank you. You've saved us a lot of work. What's the matter, Magnus? Can't go on digs without the Führer's babysitters? Sticks and stones, as you Americans say. Professor Kingston was right about you. The idol, Jones. How are those reflexes? Bring him back. Так, надо было... Чё там? Быстрым нажатием X можно выполнить цепочку ударов. А вот теперь он меня начал атаковать. На, по-моему, первый ушел. Эй, а как мне блок какой-нибудь делать, ну? Да, боевка, конечно, не очень, если она будет такая. Да, я не сказал, наверное, я раньше в эту игру не играл ни разу. То есть, насколько я люблю Индиана Джонс, серию игр... Это мне не доводилось проходить, даже играть. Эй-эй-эй. А как его схватить, допустим? Да бей ты! А, я не ту кнопку нажимаю. Еще от него что-то требую. Ого! Ничего себе! Случайно нажал кнопочку приседания. А это уклонение, да, кажется? И он ему втащил. Может быть, я и ошибался насчет боевки. Включи горячую точку, хлестнув по ней, нажми R2. Горячая точка, что ли? Ну, это, видимо, и есть то самое взаимодействие. Так, несовершенно, попробуй снова. А, квадрат еще теперь.
Для выполнения быстрого броска подойди к объекту и нажми квадрат. Где у нас квадрат? Так, ладно, понятно, но запомнить нереально. Возьмем лопату. Лопата вещь хорошая, особенно для археолога. Да, вот то, что я сделал в прошлый раз случайно. Так, блин, я еще толком... Я привык к джойстику от Xbox 360, а вот этот DualShock 2, треугольник сверху, квадрат слева, круг справа, крестик внизу. Так, что ты будешь по мне шмалять? Или что это у тебя дубина? Чтобы отобрать оружие врага, нажми R2. Ага. Куда сюда? Еще разок. Только не трогай каку. А, для захвата врага кнутом нажми R2. И что с ним делать? Подай левый стик вниз, чтобы выполнить завершающий прием. А, вот так даже. Блин, мне нравится. Все, они, по-моему, улетают даже с одного удара. Теперь у нас есть труба. Теперь им всем труба. Я думал, мы убегаем отсюда, мы опять в какие-то развалины прибежали. Чтобы схватить врага, нажми R1. Угу, еще и так можем. Чтобы ударить врага после захвата, нажми X. Чтобы оттолкнуть врага после захвата, нажми квадрат. Ну-ка, иди сюда, говно. А, вот как это делается. Взаимодействие с окружающей. С окружающими предметами. Аларм! Почему не орёт? Аларм! Придурок! Так, назад не пройти. Да иди сюда, ну. Да я не то хотел сделать. А, бля, еще теряюсь в кнопках, так что будет веселая, по-моему, у нас битва. Если меня не завалят. Да, он какое-то подобие нокаута входит, когда его... Все, свободен. Так, этот лысый крутой. Он ставит блок. Стопэ, хватит меня дубасить, ну. Так, подумал, что можно карту взять.
Воу-воу-воу, как что делать? Офигеть. Я еще стрелять могу? Выше, 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 выше поднимайся, выше, пожалуйста, выше. Понял, здесь работает инверсия. Ненавижу инверсию. У нас вроде как кончается топливо, да? Хрена так в них упадешь. Нифига себе, вроде одно попал. Но у меня жизни уже чуть. О-о-о. Вот это хардкор. Ау! Ну и, конечно же, все заново. Конечно. Специально нас будут мучить, да, чтобы я научился все-таки летать на этом драндулете. Это вам не War Thunder. Офигеть, я еще один самолет сбил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что ж я творю? Отстаньте от меня, говноеды. Давай, 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 по-моему, это выход. Чуть-чуть до финиша не долетели в прошлый раз. Disappearance in 1933. It involves something called the Jade Sphere. I must show you in person. Please come at once. Be careful. Other parties may be interested. Archie Tan. Andy! Over here! Susie? Susie Tan? Ah! Help! Так, мы, видимо, в Гонконге. Вот так вот. Нежданно-негаданно. Я не знаю, стоит ли нам торопиться. Что интересно, в этой части Индиана не может прыгать. Индиана и не может прыгать. Представьте себе. Так, пацаны. Шваброй по рылу. Вот это тоже можно взять штуку. Бери, бери, бери. Я думал, он его в огонь. Готов. Это все, что ли? На что вы способны? Hurry up, Andy!
на всякий случай возьмем. Ничего себе. Это переброс. Ну-ка, дай сюда вообще палку. Копалку. Печально, что он не добивает их на этом. Так кончай ты швыряться, козлина. А, можно было его этот, да? Вот так вот сделать. Ладно. Help me, Andy! Какой-то злой китаец стоит. А, уже здесь. Иди сюда. Я просто на ту кнопочку нажал. А, блин. Прикольно. Он, похоже, с этого удара сразу убивает противника. Ну, или... лишает его чувств. Так, интересно. Повесили замок. Уже? Ну я же видел, что она сюда зашла. Странно, мне куда? Не, я не думаю, что назад. Где-то здесь надо что-то искать. Ага. Блин, все так сложно, смотри-ка. Так, мы попали в какой-то подвал кабака, видимо, да? Здесь у нас китайцы жили. Что там было? Спящий китаёза. Накурено у них здесь. Офигеть! Печатный станок, смотри, доллары печатают. Почему-то по одному доллару, идиоты. Сразу бы по 100 баксов печатали. Фальшивомонетчики, короче. Ладно, нам, видимо, наверх. Не знаю, зачем там был восклицательный значок. Но я там ничего не нашел. He's coming. Get ready. Это что, были выстрелы от пуль? А Индиана при этом стоял и смотрел. Иди сюда, блин. Ну как-то он со всеми этими объектами одинаково взаимодействует. Вот он стоял и смотрел. Ой, смотри, я могу шарики бросать. Наверное. Ну-ка, иди сюда.
рыбой, рыбой или чем он его? Осьминогом, что ли? Ну так весьма упорото, но прикольно. Фаталити. Your friend is upstairs. Hurry, if you wish to save her. Спасибо тебе, добрый пианист. Даже пианину подвинул. Блин, прикольно. Бильярдным шаром разбил этот аквариум. Думал, что это не сработает. Так, а здесь что? Показалось, что какой-то подвальчик. И камера так странно отъехала. Так, ладно, идем подругу спасать. Ого, вот это морда. Даже драку не показали. Так, парень, парень. Тихо, тихо. Что ты творишь? Черт, я от него аж отлетаю. А теперь он от меня отлетает. Так, лови. Ой-ой-ой. И схватить не дает, кот. На, хватило тебе. Так, вышвырнул меня, падла, на улицу. Что делать? Что там открылось? Подожди, может эту отодвинуть штуку? Нет. Кроме лесов я ничего не вижу. Может вот эту штуку поломать? Подожди, можешь ворота просто открыть? Да, твою мать, конечно. Так, а куда мы попадаем? Офигеть. То же самое, что и было с Мэриан Рейвенвуд, да? Практически. Ау, меня пришибло. Да, прикольно, кстати, сделали. А, не добивается таки ногой. Просто я в первый раз этого не увидел. Чё ж вас вот так что ли убивать, а? Так, ну-ка иди. Папане, фатали тебе сделаем. О, ничего себе, это было круто.
Чтобы целиться из оружия, Индис, используй правый стик. Ага. Хорошо, а где противники? Чтобы стоять и стрелять, нажми вперед на левом стике, а потом R1. Ага. Понятно, мне бы противников сюда куда-нибудь подать, а? Так, стреляй по одному из ящиков с динамитом. А, так бы и сказали. Так, для перезарядки оружия Инди нажми L1. Готово. Дальше что делать? А, вот они. Черт, попадает, сволочь, а? Блин, это будет моя самая нелюбимая миссия. Вот как мне его? Подожди, а может я его в укрытии смогу поймать? Убил к чертовой матери. Для уклонения, может быть, уклоняться можно от пуль, как Нео. Так, погнали еще разок. Он типа босс, да, получается? А, поэтому я его не грохнул с первого раза. Да, еще и на джойстике хрен прицелишься. Как только я пытаюсь в него попасть, он меня убивает. Ну, в смысле, попадает. А я в него нет. Подожди, а может мне в него и не надо стрелять особо? Мне надо стрелять по ящикам с динамитом. Вот здесь, скажем. А, точно, смотри, валится эта штука. Гаденыш все-таки убежал. То есть в любой момент времени мы стрелять тоже не можем, да? Что-то все печальнее и печальнее. Так, ну вот здесь вроде как можно пробежать, но не нужно, незачем.
Блин, и куда надо ему, он сам карабкается, то есть не я сейчас его заставил запрыгнуть. Тут всего лишь шляпа. Тут, короче, шляпа полная. Ах, камера-то упорота. Да ладно, что, отсюда вот что ли? Одно радует, что с ним воевать не надо. Это я запомнил. Ну вообще, да, так игра рассчитана, по-моему, на детей младшего возраста. За шляпой сгоняем. Или один раз ее берешь, и второй раз ее нету. Ну да. Так, дальше куда? Обратно? Прикол. Да вообще же ж непонятно, ну куда? Куда, чего, как? Там везде огонь. Ну, мне ясно, что дальше на... А, подожди, может быть, надо... Да кто ж знал-то, ну? You don't stand a chance. Так, а мы наверняка сможем опустить лестницу. Да, на другую сторону, я знаю, хочу просто проверить. Мы наверняка сможем пустить лестницу при помощи нашего хлыста. Чё, какие проблемы? Нет? Печальность. Тогда пойдем другим путем. Шляпа у нас. Идем за шляпой. Держись, держись, нормально все. Да блин, камера. Офигеть, я пока найду эту кнопку X. Ой, крестик. Здесь она же не X.
Так, одно радует, за шляпой уже не надо. Не та кнопочка. Да все, отлипнет и от стены, ну. Сейчас мы догоним этого китайца и отрежем ему яйца. Потому что он задолбал. Офигеть, с одного выстрела, что ли? Попал, сучара. Все еще будут китайцы? Нет? Шары какие-то бегают. Так, куда мне? Я понял. Это ты плохо спрятался. Да, со стрельбой прям беда, честно говорю. А вот этого упыря я даже не знаю, как убить. Может, его не надо убивать? Но что стрелять, тут я не пойму. Тут же в меня попадает. Упырь. Так, может действительно что-нибудь фонарь вот этот сбить ему на бошку, а? Точно. Точно, смотри. Блин, вот этот гад, да меня. Так, теперь что? Вот эту штуку сбить? Еще раз фонарь. Сейчас посмотрим. Сейчас мы тебя в угол загоним. Какое-нибудь говно на тебя обрушим. Вот
опорную башню. А, нет, вот, динамит же стоит. Да это же динамит, ну. А там кто у нас? Это девочка, что ли? Ну, не знаю, давайте в водонапорку постреляем. Да. Блин, это было опасно. Ты бы мог свою подругу. Dragging him away. They kept asking for something called the Star of the Orient. Some sort of jewel? I guess so. If I knew where it was, I'd give it to them. I just want my grandfather back. Did they mention anything about the Jade Sphere? What's that? Probably nothing. Get to somewhere safe. Don't worry, I'll find it. Так, мы в кабинете этого дедушки ее. Ну и на этом я предлагаю первую серию закончить. Продолжим уже следующий. Не знаю, нравится ли вам прохождение. Если нравится прохождение, то большой палец вверх. Комментируйте и обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали.